крае продолжается уборочная кампания, но ее темпы, говорят эксперты, почти вдвое ниже прошлогодних. Между тем, на сегодняшний день намолочено больше 2 миллионов тонн зерна. С 1 140 000 гектаров аграрии убрали зернобобовые культуры. Это 35% занимаемой ими площади. Пшеница обмолочена с почти 400 000 гектаров. Это 23% засеянных площадей. Получено 643 000 тонн зерна. Одновременно с этим хозяйства региона ведут уборку технических культур – масличных и сахарной свеклы.